Наша съемочная группа проехала по нескольким березняковским дворам Березняков, чтобы оценить, как ремонтируются придомовые территории в рамках программы формирования современной городской среды. А это придомовая территория на Юбилейной 31. Работы здесь в самом разгаре. Отправились за сотни километров от города, чтобы посмотреть, как идут работы по освещению сельских территорий. Если у меня медведи осенью по огороду ходят пешком, надо освещение. Он по городу прошел, по деревне прошелся и ушел в Левино. Там погулял. Посчитала, сколько на территории Березняков заброшенных построек, которые надо сносить. Под снос идут сараи, которые не имеют владельцев и расположены на муниципальных землях. Не забыла и про инициативное бюджетирование, в рамках которого в этом году приведут в порядок 5 общественных территорий. Через месяц современная детская площадка появится еще в одном районе округа Анастасии Горбачевой – в Суханово. Итоги смотрите сегодня, сразу после выпуска наших новостей. В новой серии проекта «Думаем вместе».